Здравствуйте. 20 февраля, 10 лунный день. В этот день мужская энергия наиболее сильна. День под знаком Мадон Хохимы, неблагоприятным для всех важных дел. День благоприятен для молитв, духовной практики, усмирения противной стороны. Неблагоприятен для рубки деревьев, работ с водой и землей. Это может спровоцировать лусут водных существ, ссор, лечения и любого медицинского воздействия, торговли, оплакивания. День благоприятен для людей, родившихся в год мыши, свиньи, коровы и собаки. Неблагоприятен годам змеи и лошади. Стрижка волос, увеличится удача и сила. В этот день в Волгинском Дацане продолжится хурал Манлам Чинмо. Великий молебен, посвященный 15 деяниям Будды Шакьямуни. Начало в 9 часов. Укрепляйте веру.